считаю, что в стране есть очень тяжелая проблема. Может быть, самая тяжелая. Она называется бедность. Это чистая, абсолютная правда. Но также считаю, что есть очень большое количество людей, которым она выгодна. Есть целые политические партии, за которых голосуют бедные. Ну вот так оно устроено. И для них, как это не жутко звучит, чем больше бедных, тем лучше. И потому что можно об этом громко говорить или даже кричать, и потому что это их электорат.